Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Попади в десятку». У нас на обзоре охотничий нож от компании «Вахотку» Шерхан F905. В комплекте поставки нас ожидают удобные ножны «Кордура», сам нож и копия сертификата. Длина ножа составляет 257 мм, длина клинка 140 мм, толщина клинка достигает 2,9 мм. Изготавливается этот нож из качественной нержавеющей стали марки 40Х13. Она имеет отличную защиту от коррозии и не требует постоянной заточки. Помимо этого, на ноже имеется специальное защитное покрытие от внешних воздействий. По Rockwell твердость стали в этой модели составляет 55 HRC. Форма обуха здесь с небольшим скосом или щучкой, что позволяет переложить усилие при работе с ножом к его острию. Перед рукоятью на нижней части ножа имеется серрейтор. Он отлично подходит для разрезания волокнистых материалов, сетей, канатов, ремней, тросов и так далее. Рукоять ножа изготовлена из приятного на ощупь пластика, имеет эргономичную и удобную форму. Она обеспечивает приятный и уверенный хват ножа в руках. Также перед рукоятью на заплечиках ножа расположено отверстие под темляк. Этот нож отлично подойдет не только для охоты и рыбалки, но и для любого другого активного отдыха на природе. Приобрести его вы можете на нашем сайте, ссылка в описании к видео. На этом у меня все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был ваш интернет-магазин «Попади в десятку».